локомотива вылетал. Проигрывал 2-0 Барселоне на Камп Ноу. Мало какой команде удается в такой ситуации не то что сыграть ничью, а просто сохранить лицо. Но Барселона сегодня была вполне приветлива к своим гостям. Приняла их очень тепло. Чави, безусловно, главный герой сегодняшнего матча. Да даже не сегодняшнего матча, а просто главный герой, может быть, в новейшей истории Барселоны. Вместе с Иньестой, с Лионелем Месси, Хосепом Гвардиолой. Но сегодня этот вечер, вечер Чави, который провел свой последний матч в жизни на Камп Ноу. Официальный матч. Слезы на глазах его родителей. И, конечно, громкие аплодисменты болельщиков. Подпеваем, подпеваем, не стесняемся. Много подобных очень трогательных моментов в последнее время было на Камп Ноу. Вспомните, например, речь Хосепа Гвардиолы, которую он произносил, прощаясь с местными болельщиками. Сегодня, наверное, то же самое сделает Чави. Действительно великих игроков. И это те эмоции, которые не сможет ничто заменить. Но вряд ли воздушный поцелуй Чави адресовал президенту Барселоны, скорее родителям и семье. Я думал, что их сейчас покажут. Ну и кубок. Он уже на поле. 23-й раз Барселона становится чемпионом Испании. И сейчас каждый получит возможность к нему прикоснуться. И первым это сделает Чави Эрнандес. Наш капитан. Это цитата. Ну, а я, пожалуй, его просто назову после еще одной известной композиции всех тех, кто выходил на поле в этом сезоне.
список тех футболистов Барселоны, которые выходили в этом сезоне во всех турнирах на поле, которые причастны к этому чемпионству и которые могут выиграть еще два трофея. Кубок Короля и Лига Чемпионов впереди. Три голкипера. Марк-Андре Тер Штеген, Клаудио Браво, Жорди Масси. Мартин Монтойя, Жерар Пике, Марк Бартра, Дуглас, Жорди Альба, Адриано, Дани Алвес, Томас Фермалин, Жереми Матьё, Иван Ракитич, Чави Эрнандес, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Рафинья, Хавьер Маскерано, Серхи Роберто, Серхи Сампер, Педро, Луис Суарес, Лионель Месси, Неймар, Сандро, Мунир Эль-Хаддади и главный тренер. Ну, он на поле не выходил, но он также сегодня счастлив. Луис Энрике в свой первый сезон в качестве наставника главной команды Барселоны приводит ее к титулу, выигрывает утренний чемпионат. Очень приятная картина, как-то все по-домашнему, да, согласитесь? Футболисты со своими детьми, женами, подругами, все они на поле. Действительно, такая одна большая семья. Вот то, о чем часто говорят, например, те, кто по той или иной причине из нее уходит, как Хосе Гвардиола, да и те, кто там по-прежнему остаются. Действительно, одна большая семья, этот футбольный клуб «Барселона». Роман Гуце для вас комментировал последний матч каталонцев в этом розыгрыше испанской Ла Лиги. Давайте я попрошу коллег еще пару минут побыть в эфире, а сам с вами попрощаюсь. Болейте только футболом, смотрите Испанию. Остальное вы все знаете. Пока.